Дорогие ветераны, я сейчас нахожусь в Нарвском музее, посвященном Второй мировой войне, посвященном Великой Отечественной войне. У меня в руках ППШ, наверняка знакомая вам вещь. И сегодня это музейный экспонат. И сегодня у нас над головой мирное небо. И только в музее мы видим вот такие страшные вещи. И это ваша заслуга. Это ценой ваших жизней, ценой ваших лишений и страданий мы сегодня смотрим на эти вещи в музее. Я очень благодарен вам за тот подвиг, который вы совершили. Во имя меня, во имя моих детей, во имя последующих поколений. Спасибо вам, низкий вам поклон. Я День Победы поздравляю вас с этим великим праздником. Я желаю вам всего самого наилучшего. Прежде всего, здоровья. Здоровья вам. Спасибо, низкий вам поклон.